Привет, друзья! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.budushin.ru, www.budoblog.ru и www.amakivara.ru. Совсем недавно мне подарили хорошую штуку – видеорегистратор. И поначалу я, конечно, использовал его, как пользуют обычно все, да? Просто стоит он у меня на лобовом стекле и записывает все, что есть, спереди и сзади. Но недавно мне пришла в голову хорошая мысль, и я решил дать ему еще и другую функцию. И родилась идея создать целый цикл видеоподкастов под таким кодовым названием «За рулем». Раньше я записывал «За рулем» только аудиоподкасты. А теперь, уж коль скоро эта штука всегда записывает, то я буду записывать и видеоподкаст. Я надеюсь, что этот проект будет интересным. Так что давайте попробуем. Итак, видеопроект «За рулем». Вперед!